Приветствую вас на канале Алковита. Очередной ролик из серии «Обмен опытом» или «Бумеранг Z». Сегодня пробую три напитка от Дениса. У Дениса очень солидные бочки от хорошего производителя. Это изюм, изюмный дистиллят в бочке. Это яблочный дистиллят после бочки. Это, по-моему, 30-литровая вот бочка. Я у него был в гараже. Он мне дал на дегустацию. Это, я не знаю, какая вот бочка. И беленький – это абрикосовый дистиллят. Начну с абрикосика. Абрикосовый дистиллят. Аромат очень приятный, фруктовый. Супруга тоже сказала фруктовый, но абрикос она не угадала. Фруктовый, очень такой сладкий аромат. Вы знаете, что-то такое кремовое есть и варенье. Вот. Почему-то вот варенье мне напомнило. Ну, сладенько, вкусненько. Денис, спасибо. Ваше здоровье, господа. Ух ты, мягенький. Жесткость присутствует, но то ли сахарного дистиллята, то ли очень мало постоял. Я, к сожалению, не знаю, сколько он в стекле уже, но вот у меня он недели две, наверное, находится. Все никак не мог дегустацию снять. Но с друзьями, вот была полная бутылочка, с друзьями мы больше половины выпили, великолепно, все как один сказали, очень питейный продукт, очень вкусненький. Так, ну что, я думаю, что Денис напишет, добавлялся ли сахар и когда он его залил в стекло. Продолжаем, изюм. Ну, цвет темно-соломенный. Аромат. Супруга мы нюхали. Аромат очень сильно напоминает дюшес, прям вот лимонадный дюшес. Кстати, ее мы тоже успешно почти допили, но эту я уже пробовал с самогонщиком. Он сказал, что присутствует аромат голов. Вот. Когда мы только открыли бутылку, мне показалось, тоже он присутствует. Но когда разлили, его уже не было. Скорее всего, Денис зацепил вот эту очень ароматную эфирную фракцию. И вот дюшес, это как бы показатель того, что действительно, да, что голов нет, а вот эти вот цветочки, они присутствуют. Денис, ну и за вас, господа, будем. Гораздо мягче, нежели первый. Дуб очень интересный, ненасыщенный. Такое ощущение, что бочка среднего обжига. Но бочка, мне кажется, еще свеженькая. То есть, либо второй, либо даже первый залив. Не знаю. Ну, бочки, как бы для меня, это темный лес. Мне больше нравятся белые напитки. Но вот по своим вот напиткам виноградные дистилляты из бочки были просто шикарные. Здесь тоже все как бы в меру. Дуб очень интересный, не такой, как у меня. Он присутствует, но вот именно, знаете, вот мне кажется, что обжиг все-таки. Здесь более такой аромат дуба древесный. Если у бочки сильного обжига аромат такой слегка как бы, ну, жженый, подкопченый, то здесь вот именно больше древесного аромата. Но это ни в коем случае не плинтус, то есть здесь как бы с этим все жаксы. Еще раз давайте закреплю. Да, вкусненько, очень вкусненько. Все-таки вот этот аромат, который был в начале. Ну, что-то есть, да, что-то стороннее есть. Кстати, маленькая предыстория. Денис сказал, что очень сложный дистиллят. Потом, спустя какое-то время, проявился очень хороший аромат. Кирзы, вот подошвы, сапогов, то есть ужас. И, по-моему, он его перегнал третий раз и вот залил в бочку. Ну, дюшес однозначно есть. Дюшес есть, да? Да. Дюшес есть. Прямо яркая такая лимонадная нота. Ну что, приступаем к третьему напитку. Его мы тоже с успехом почти приговорили. Оставил только для камеры. Это яблочный дистиллят. Ничего лимонадного нет. Очень такой фруктовый аромат. Тоже какая-то сладинка ощущается.
и дуб совсем другой. Вот здесь уже, мне кажется, обжиг уже посильнее. Наверное, очень сильное укрепление было у этого дистиллята. Вот. Ну, прикольно. Аромат такой нежный, да? Нежный, хороший, да. Аромат, да. Мне нравится пока. Пока вот этот мне нравится больше всего. Да. Быть добру. Этот покрепче, мне кажется. Я не знаю, какую крепость я не заливал в бочку. Мне кажется, в районе 50. И вот этот вот дистиллят Денис мне слил прямо из бочки. Если вот эти два простояли у меня около 2 недель, то вот этот может быть дней 5. И вот чувствуется прям. Ну, надо отдохнуть еще. Надо отдохнуть. И крепость, я думаю, Денис тоже напишет, какая здесь крепость. Потому что мне кажется, в районе 50. Но даже это не мешает дистилляту быть очень мягким. Это, пожалуй, вкуснейший дистиллят из этих трех. Конечно, яблочко хотелось бы побольше в аромате, но вот прям очень питейный продукт. Вкусненько, да. Вторая стопочка прям вообще мягонькая-мягонькая. Денис, большое спасибо за твои дистилляты. Мне не очень понравились. На третьем месте изюмный, бочка, на втором абрикос и на первом этот, назову его кальвадос. Яблочный дистиллят после бочки, это по-нашему, это кальвадос. Понравились, большое спасибо, в свою очередь я тебе передам свои дистилляты, попробуешь, тоже оценишь. На этом я с вами прощаюсь, берегите себя, пейте только качественные напитки. До свидания.